23, this is Hitman 22, over. Заныкался получше, в общий канал ему написать, все его видно. Это будет тонко. Ты ж там видишь, он развалился, как на пляже, слушай. Ну я тоже его отлично вижу. Было бы что-нибудь не с глушителем помощнее, выстрелил бы. А тут два магазина беречь надо. Я думаю, мы бы его достали вдвоем бы на раз-два. Ну там-то еще несколько человек, так что не надо. Могу прийти. Да сидите вы. Перезарядился. Это ты должен был, наверное, испугаться из-за этого. Трассеры зарядят, и по вам как начнут пулеметы долбить. Надо было мне с Бумом меняться винтовками. Да, Бум? Нет. У нас юг-то прикрыт. Прикрыт. Куда ты там пошерствовал, типа, изжим на предмет техники? Да нет там техники. Но я не вижу. Она может быть, конечно, за лесом, но я не видел ее. Ни дыма, ни пыли, ничего не видел. Я просто сейчас сижу за сосной, иногда выглядываю, смотрю на этого. Двигаться никуда не хочу, потому что заметить сразу же. Слышу технику. Что, слышишь технику? Да, на 20 от меня. Да, это Бэха. На гусеницах что-то. Это Бэха, Бэха, это, по-моему, не Брэдли, Брэдли по-другому. А этот все лежит и лежит. Бэха же не плавает, правильно? Кто? Бэха. Плавает. Взятка на тебя ТШК есть же? Взятки, я вхожу на частоту противника, ДВшку. Ну давай, но на КВ будь. Какие техники? Слушай, взятки, но я ее... Да я и говорю, она очень близко ездит. Наверное, буквально за лесом соседним. Чего? Технику слышим, чего? Повтори. Технику слышим. Принял, Дейл, слышишь? Да, я понял, но это стрельба, ты имеешь в виду код стрельба, да? Нет, техника, ездит. Я тоже слышу технику. Именно ездит. Наблюдайте, Бэха. Наблюдайте. Если что-то появится, я выключу сразу. Наблюдаю на 30 от меня технику. Какую? Не знаю какую, я через сплейвер не вижу, на 30 от меня на берегу стоит. Выкатываемся. Танк, танк. Стоп. Валит деревья, танк. Еще вперед. Я умер. Что за бред, а ну? Вы на танке были?
Да. Тебя что, выстрелил? Да. Бля, у меня выстрелил БМП, хрен знает где от меня, и меня убило бы. Меня... тебя тоже убили? А меня с РПГ хотели, а рандом был в метрах 20, наверное, от меня. Вот у меня один в один такая штука, что от меня через дорогу стоял человек, он с РПГ стрелял, меня убил. И меня убило тоже, а я... От меня вообще, он не, я неизвестно где стоял, далеко, я вообще в лесу был. Я тоже был в лесу, я его видел так издалека, и все, меня просто убило. Как? Что это? Куда я не здесь? Помню. Да, я здесь. Че за идиотизм? Он выкинулся, я думал, что-то не думал, что он меня заметил. А я ж тебе говорил, что они нас заметили, там будет, ну, полагалось, что там будет именно по нашим позициям работать. Надо было все-таки пострелять пехоту, если баться оттуда. Ладно, хоть танк вынесли, нормально. Вы чей танк вынесли? Красный, синий, о чем речь? Красный. Красный танк вынесли, да? Да. А мужики, что там у красному танку? Вам доложили, что пехота в зеленке прячется, так? Нет, ну, да. Вот видишь, я ж тебе говорил, что заметил. Ну, мы смотрели, лежали друг на друга, щёпы не заметили. Нам как раз сказали выехать, вас убить по-быстрому и укатываться. Мы выехали, двоих лупанули, и ракеты две пришли. Ну, вы нас как раз вот убили. Как раз нас, мы ждали, мы заметили, вот там на пляже лежал. И так и знали, что он нас это самое вычислил и будет звать пехотехнику. Мы для этого и Брэдли не вытаскивали, чтобы не спалить позицию.